Должен был научить его чему-то. Где его джеб? На уровне пояса или ниже, как правило, замечательное средство – это полная свобода, расслабленность под эти чугунные кулаки. Очень хорошая контратака Бэнкса. Ну и дела. Вот это бой тяжеловесов, друзья. Большое удивление. Это Бэнкс. Вот это бой тяжеловесов, друзья. Ну, друзья, кто этого ожидал, а? Нет слов, честно говоря. Вот какой тренер у Владимира Кличко. Теперь. The winner by knockout victory, with dedication to his trainer, the late great Emmanuel Stewart. From the Kronk Gym, Detroit, победа во втором раунде, которую Джонатан Бэнкс посвящает памяти своего незабвенного тренера.